Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова и код Бакс. Эй, хулиган! И сегодня мы получили заказ из каталога номер 14 компании Oriflame. Это первый заказ, и как ни странно, он не очень большой. Я привыкла к огромным заказам, а этот всего 166 баллов. Когда приехал курьер, я ему говорю, что-то вы сегодня налегке. Он говорит, не поверите, я весь склад перерыл, искал еще коробки, но оказалось всего одна. Но ее очень компактно уложили. Кстати, сумма заказа составила 7332 рубля. Скидка прошла 4132 рубля и к оплате всего лишь 3200. Представляете, какая приятная сумма. 166 баллов. Почему я говорю об этих цифрах? Потому что многие спрашивают, какая сумма составляет заказ от 150 баллов, чтобы быть в премьер-клубе. То есть вот примерно около 7000, то есть 6,5 или 7. Да, и что в этом заказе у меня особо радует меня? Я, может быть, что-то забыла даже заказать, потому что заказ делала в 4 утра, как только приехала из Сочи, и очень старалась успеть, чтобы в первую поставку получить коробочку. И я заказала несколько наборов для ухода за лицом и телом. Серия с экстрактом черники. Она круто подходит для холодов, то есть кожа в когда начинается холода, очень сильно сохнет, потому что большие перепады температуры, на улице холодно, в помещении сухой воздух, да, отопление. Кожа, конечно, в стрессе, но теперь у нас есть спасение. Это крем для душа. Я уже сорвала пломбочку, потому что я его сразу захотела понюхать. Вот он фиксируется вот на такой вот пластиковой пломбе, то есть его просто так не открыть. Это для того, чтобы ваш клиент был уверен, что до него никто не открывал этот продукт. Почему это важно? Смотрите, на каждой баночке есть вот такая вот картинка. Это баночка с приоткрытой крышкой. И в серединке написано 12М. Это обозначает, что с момента открытия, то есть вот я сейчас открыла, вдыхает этот чудесный аромат. Это значит, что в течение 12 месяцев я должна этот продукт использовать. Если не использую, то значит его нужно выкинуть. Вот, это так рекомендует любая компания. Посмотрим, что на креме. Тоже 12 месяцев. Ну, замечательно, за 12 месяцев я его точно использую. Думаю, что гораздо быстрее. Итак, крем для душа. Хочу посмотреть его консистенцию. Немножечко давлю на животик тюбика. Ага, полупрозрачная капля выходит, такая перламутровая. Хороший аромат, очень хороший. Я, в принципе, обожаю чернику. Я люблю ягодные ароматы, но черника... Она у меня ассоциируется с каким-то особенным десертом, дорогим, экзотическим, вкусным и очень полезным. Потому что черника и вообще вот все такие темные ягоды, они очень много содержат астаксантина. И я уверена, что этот продукт будет нам с вами полезен. И баночка. Баночка для лица и тела. Но, честно говоря, я для лица не использую такие дешевые продукты. Моя кожа избалована, привыкла к Novage. И вы знаете, я сейчас ездила на неделю в отпуск себе, устроила такую поездку в Сочи. И я брала с собой не экологен, который я обычно беру, а я взяла серию рыженькую такую с витаминками из серии Optimus. Там очищение приятное, гель для лица. А на ночь я взяла себе капсулы серии Королевский бархат. И мне, честно... было очень сухо, то есть мне не хватало увлажнения и питания. И моя кожа как будто вот прям, ну не знаю, увидала на глазах. Я так огорчилась из-за этого. Теперь буду впредь брать всегда свой любимый привычный коллаген и не буду экономить на весе. Просто баночка тяжелая, я решила взять маленькие тюбики, но это не, как бы, не очень было мне комфортно. Так вот, такие кремы я использую только для тела. Хотя и тут он позиционируется как крем для лица и тела. Так, давайте откроем баночку и посмотрим, что внутри. Та-дам! Все заклеено пленочкой. Это очень хорошо. И вот такой вот крем. Он белый, но за счет того, что банка сиреневого цвета изнутри, она рефлексирует, и крем смотрится, как будто у него такой нежный лавандовый оттенок сиреневый. И я хочу его попробовать на руке у себя. Закрою баночку. Старайтесь не держать баночки открытые, потому что ну, все равно в воздухе летают всякие пылинки, ворсинки, микробы. И нет смысла их туда в гости, да, приглашать. Лучше, если без них. Он очень легкий, ласковый крем. Моментально впитывается. И такое чувство, что я прям вот водичку в руках растираю, и она, впитываясь, оставляет приятный шелковый такой след после себя.
И мне нравится, что аромат не громкий, то есть он не сбивает с ног, потому что я не люблю слишком яркие ароматы. Они будут перебивать аромат моего парфюма, а мне это не хочется делать. Поэтому я все равно стараюсь крема для тела наносить на ночь после душа, для того, чтобы он впитался, насытил кожу. И этот аромат немножечко улетучится, чтобы он не смешивался с моим ароматом волос, парфюма и так далее. Очень приятно. Вообще вау. Ну, я и думала, что этот продукт мне понравится. У меня даже не было сомнений. Класс. И очень красиво. Представляете, какой это будет шикарный подарок. Или подарочный набор. Я сейчас его активно рекламирую своим клиентам. Не успела еще, правда, со всеми пообщаться в связи с моим отъездом. Но буду активно продвигать, потому что я считаю, что это классный подарочек и на Новый год. И уже пора готовиться, потому что Новый год, когда придет, и сразу нужно будет потратить много-много денег. А сейчас можно постепенно делать закупки по выгодным ценам. Это три крема. Серия Dream Cream, это крем мечты коллекционный. Он идет в маленьком таком формате, 30 мл, но у него необыкновенное качество. И этот крем, по рассказам моих клиенток, спасает их от аллергии на холод. Может быть, вы слышали такую штуку, когда кожа реагирует на холод и начинает лопаться, покрывается такими мелкими-мелкими трещинками, и если сильно сжать кулачки, то они трескаются и даже выделяются кровинки. У меня такое было у дочки, и мы не знали, чем спастись, но я тогда не знала про этот крем, и мы спасались смягчающим средством. А вот уже два человека мне сказали, что они именно этим кремом убрали аллергию на мороз. Я считаю, это очень круто. И вот девочка одна заказала для своей дочки, потому что у нее тоже началась такая ерунда. Я не знаю, с чем это связано, но, оказывается, такое бывает, и это не такая уж и редкость. Давайте посмотрим, что еще. Ура! Витамины. У нас кончились запасы. Я сделала подписку сразу на мужские витамины и на женские. Потому что по подписке витамины брать намного выгоднее. Мы покупаем одну пачку, каждый каталог, три раза подряд. А четвертый раз пачка нам добавляется бесплатно. И если разделить стоимость вот за четыре коробочки, учитывая бесплатную, то получается намного выгоднее, чем просто периодически покупать одну пачку. Вы часто задаете вопросы по поводу витаминов. Как мы часто их пьем и пьем ли? Пьем регулярно, вот просто регулярно. То есть я могу даже вот сейчас при вас открыть эту пачку, потому что мы ее сейчас начнем использовать. И потом вы увидите ее в пустых банках. То есть я сразу открываю коробки, потому что мы от витамин видим реально классный результат. По здоровью, по иммунитету и по внешности. Это тоже очень круто, когда выглядишь моложе своих лет, согласитесь? Кто не знает, сколько мне лет, напишите в комментариях, как вы думаете, какой мой возраст. Так, как ее вскрыть? Ну, понятно, я ее вскрыла. Не буду шуршать вам на камеру и мучить вас этими звуками. Так, здесь еще две баночки. Это уже я приберегу для клиентов или себе на будущее. Должны быть еще и напарники. А знаете еще, что было приятное в этом каталоге? Так, я поставлю красиво. Ой. Было очень приятно увидеть неожиданно, что у меня две скидки 50% на любой продукт. Я не знаю, почему две. Честно говоря, может быть, пропустила какую-то акцию, но я воспользовалась этим предложением и заказала, как обычно, себе продукты серии Novage. К сожалению, на Wellness скидка 50% участника премьер-клуба не распространяется. Но зато мы можем брать Novage, и это получается просто за копейки. Я вам скажу цену крема. Так, сейчас найду. Вот гель-тоник получился всего 432 рубля, а крем для глаз 572. Это очень приятная цена. Вот умножьте на 2, получится, ну, примерно 1200. Уже кусается, да, по карману, как по кошелечку. А менее 600 рублей – это комфортная цена для крема, который действительно работает, который действительно убирает сухость, мимические морщины, делает кожу более упругой. Потому что у меня, например, кожа
она не проблемная в плане, что там она чистая, она не, ну, как бы не, нет пор сильно ярко выраженных, но есть проблема, то что она очень тонкая, особенно в области, вот, где кожа вокруг глаз, она очень тонкая, если ее не поддерживать, ухаживать неправильно или вообще не ухаживать, то я в этом возрасте, по идее, должна быть уже как старуха просто выглядеть, потому что когда кожа тонкая, то морщины сразу становятся такие явно выраженные, и кожа выглядит старше своих лет. Вот. Немного о грустном, тоже нужно рассказывать об этом, я считаю. Так, это тоже под заказ две зубные пасты. Это, кстати, тоже девочки, которая заказала вот эти крема. Зубная паста защитная и детская. Кстати, еще она просила детскую зубную щеточку, но ее сейчас нету в заказе. Крем для ног. Ну, мне посчастливилось вчера его попробовать уже. Я была в бизнес-центре, прям с корабля на бал. Мы поехали снимать обзор новинок. Смотрите их уже на нашем канале. Их было не очень много, но было все равно приятно. Я люблю вот этот момент, что можно попробовать продукцию, прежде чем ее купить. Потому что, ну, хочется и посмотреть визуально. Бывает такое, что мне в каталоге, например, что-то очень нравится, а когда я это вижу вживую, я понимаю, что нет, мне это не надо. Вот я люблю потрогать, подержать, послушать, есть ли у меня гармония с этим продуктом. Особенно это касается аксессуаров, шарфиков, сумочек. Итак, крем для ног. Смотрите, он очень плотный, он густой. Это тыквенный пирог крем, то есть он с маслами. Там такой состав у него классный, там и омега, и жирные кислоты, омега-6, омега-3, витамины, цинк. И он быстро действительно впитывается. Я вчера прям густой слой нанесла на ручки просто. Очень комфортно было. Смотрите, он густенький, то есть его надо размазать и дать питаться. Потому что на ноги идет особо большая нагрузка. Мы практически весь день в них топаем, и они у нас закрыты. И колготочки, и носочки, и обувь закрыта. Для ног это, конечно, тяжело. Поэтому особое внимание нужно уделять уходу за ногами. И крем за 99 рублей станет очень приятным подарком для ваших ножек, тем более с таким хорошим составом. Я возьму себе еще несколько тюбиков, мамочке подарю, тете, сестренкам. То есть это классный тоже подарок, я считаю, и он хорошо оформлен. Мне вообще в принципе нравится тыква, я уже где-то говорила, что я люблю ее и визуально она мне нравится, она очень красивая, я ее часто рисую, и мне нравятся ее вкусовые качества, она очень полезная. Так, что еще? Это тоже под заказ, мой любимый аромат Happy Desiac. Как получился заказ? Я перед выходом, я когда иду раздавать каталоги, я особо тщательно собираюсь, макияж, прическа, наряжаюсь, то есть я иду прям как на праздник. И я всегда делаю свежий глоток аромата. И я как раз нанесла Happy Desiac. И буквально в 10 минутах от дома я захожу в магазин, он называется, по-моему, Кот-пёс, то есть там все для животных, оставляю каталог, там новый продавец, я так удивилась, я привыкла там, к одной девушке, ее нет, сидит новый продавец, говорит, мы теперь по сменам. Я оставляю каталог, говорю, передайте тогда Рите, она, хорошо, я говорю, и сами посмотрите, может быть, вам тоже что-то нужно. Она такая, а что там? Я говорю, ну, много чего интересного, а что вам интересно? Она, мне вот интересно, чем от вас пахнет. Я открываю как раз каталог, и этот аромат у нас в 14-м каталоге идет с большой скидкой. Он такой, мне такой надо, вот и принимайте заказ. То есть так быстро, вот просто вот легко, как состоялась продажа без продажи. То есть я продала себя, да, вот как я это ношу, как я это вот, ну, не знаю, как вам объяснить. То есть просто аромат был на мне, и человек его захотел. Представляете, как это легко и просто собирать заказы. Так, я заказала себе по распродаже мой любимый карандаш «Теплая корица». К сожалению, вернее, к счастью, у нас постоянно происходит обновление, и компания не стоит на месте, идет рост, улучшение качества, товарного вида, дизайн. Мне нравится, что в некоторых сериях дизайн улучшается, идет какое-то разнообразие. Даже вот эти вот баночки, они меня радуют тем, что они такие вот нарядные, праздничные и новенькие, потому что, ну, все приедается. И даже бывает такое, что продукт очень нравится, но уже просто надоело. Бывает у вас такое? Так вот, я очень люблю обновление дизайна, но, к сожалению, в новой коллекции карандашей серии The One нет такого цвета, вот среднего между карамельным и шоколадным.
Именно теплая корица, тот самый цвет, который я обожаю, и он мне подходит под несколько моих любимых помад. Ну, его сняли с производства, и сейчас можно поймать только в каких-то распродажах. Это именно я и сделала. Думаю, надо еще один взять. Ну, хотя мне этих карандашей хватает надолго. Они выкручивающиеся, но долго играющие. Нет такого, чтобы я его только открыла, через месяц закончился. Даже если посмотреть по моим пустым баночкам, то видно, что этот карандаш у меня закончился 100 лет назад. А тот, который сейчас в использовании, я специально посмотрела, там еще вот такой вот стерженечек был, перед, вот такой даже, перед отъездом. Я им красила каждый день, и он не закончился в течение 10 дней практически у меня не было. Вот, так что он долгоиграющий. Ух ты! Да, я заказала себе пробник вот этого нового продукта Aqua Glow. Это напиток. Смотрите, он пришел в такой картиночке. 15 штук будет стоить 2650 рублей. Надо, кстати, посчитать. Может быть, пробник будет выгоднее покупать, чем 15 штук за 2600. Давайте посчитаем. 10 штук. Где у нас в каталоге? По-моему, 170 рублей сейчас он идет по акции. Где он? Где он? 179. А сколько со скидкой, интересно? А, нет, 179 это единая цена уже, это со скидкой. То есть для любого человека. Итак, что получается? 180 рублей. 10 штук, 1800. Разделить напополам это 900 и 1800. Это 2600. А, нет, то же самое получается. Ну, нет разницы. Я просто думала, выгоднее брать такие пробники. Ну, хорошо, я все в любом случае попробую. Мне интересно, что это за напиток. Потому что он дает увлажнение кожи изнутри. И для меня это очень важно. Здесь и брусника, витамин С, витамин В3. Этот ягодный аромат. Всего 11 калорий в одной порции. Порция. Нужно просто размешать содержимое в одном стакане воды. Я запишу прям отдельное видео и выпьем вместе этот напиток. Очень прикольно. Я уже и забыла, что я его заказала. Класс. Так, и осталось у меня здесь подарочный набор. Обалденный набор. Аромат Амбер Эликсир. Такой же аромат крема. Банка целая. Кстати, аромат классный. И целая баночка астаксантина. И это все за 1 рубль. Представляете, вот все вот эти продукты за 1 рубль. Я просто выполнила условия акции. Мне еще положено получить мультистайлер для волос, который я очень хочу. И его пока нет на складе. Но я надеюсь, я его получу, потому что я очень хочу эту расческу электрическую с насадками. Думаю, это будет классно. Поэтому я вам рекомендую участвовать во всех акциях. И сейчас у нас классная акция идет, где можно и автомобиль выиграть, ноутбук, новый телефон. Ну, это настолько все вот впечатляет. Вот как раз то, о чем я говорю. Это бизнес и красота, рекламная кампания. Нужно просто приглашать людей в свою команду, и у вас будет возможность получить вот эти классные подарки. Я сама внимательно сейчас изучу эту программу. Видите, вот такие автомобили для новичков и для спонсоров. Ух ты! Каждую неделю будет разыгрываться Kia Soul. Красивая машина. Я бы хотела, конечно, получить машину. Так, что у меня здесь еще? Подарочный пакетик. Кстати, наши пакетики биоразлагаемые. Это гордость, я считаю, наша. И новый каталог. И там 10 штук и один за 7 рублей. Боже, как красиво. Я уже говорила, что я не люблю смотреть заранее каталог. Я не люблю смотреть каталог в электронном виде. Я всегда жду бумажный каталог. И я сейчас займусь тем, что я все отложу и просто полистаю каталог, потому что уже даже просто последняя страничка меня впечатлила. И красивая первая. А чем ближе к Новому году, тем каталоги становятся более яркие, насыщенные, в них больше новинок и классных предложений. И, конечно же, что мы будем с вами делать? Мы будем ими пользоваться. Поэтому я вам говорю всем успехов. Я вам желаю классной клиентской команды собрать. И помните, что важно не просто собрать клиентов, важно их классно обслуживать, поддерживать их, постоянно стимулировать их интерес и разрабатывать новую клиентскую базу. Потому что, ну, бывает такое, что клиенты переезжают, уходят с работы, вы не успели обменяться контактами.
Всякое бывает, поэтому не стойте на месте, постоянно смотрите по сторонам, где есть люди, кому это может быть интересно, а я уверена, что всем интересно лучше выглядеть, быть еще здоровее, вести здоровый образ жизни, позитивный, и быть в команде единомышленников. Согласны? Надеюсь, да. Пишите в комментариях вопросы, отзывы, свои впечатления о продукции. И до новых встреч на моем канале. С вами была Лилия Донского. Пока-пока. GoPro, стоп-видео!